вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня мы с вами приехали на озеро Академии отдыха. Это озеро находится в Красносёлке. Здесь есть удобства. Вот. Надеемся поймать какую-то рыбу. Это карп, карась, как мне сказали в администрации, ловится. Самое интересное, что мне понравилось, это то, что рыбалка на дно удилища стоит 100 гривен. Вот я в округе Одессы, там плюс-минус 20-30 километров, не встречал такой цены. Поэтому хочу обратиться ко всем арендателям озер Одессы. Смотрите и берите пример с ребят. Друзья, тут такая тишина, что даже могу говорить с вами шепотом, и вы меня нормально слышите. Хочу сказать, что мы приехали по рыбацким меркам поздновато, 7 часов утра, и тут уже куча рыбаков. Но, как я вижу, вот у одного там колокольчик только прикреплен к удилищу, он просто вытаскивает оснастку без рыбы. И никто здесь ничего не ловит. Тишина, короче, народ сидит и ничего не ловит. Но сразу хочу сказать, что, как по мне, это главные причины, это либо толстый крючок большой, либо он тупой, либо прикормка не та, либо с наживкой какая-то проблема. Я здесь первый раз и попытаюсь что-либо поймать. Для этого буду использовать, естественно, тонкий крючок и тонкий поводок. Маленький, тоненький крючок. Это как минимум где-то 14 номер, чтобы вы понимали. Сейчас мы быстренько все сделаем и уже будем забрасываться. Прежде чем одеть оснастку на удилище, я замешаю прикормку. В принципе, это правильно, чтобы не терять времени, чтобы она настоялась, нормально дошла. Поэтому я буду сегодня использовать гейзер от фирмы FishDream и карп-карась. Две универсальных прикормки именно для закрытых водоемов, там, где много ила, мягкое дно и нет течения. Для того, чтобы создавать муть, вот это будет уникальный симбиоз, скажем так, как думаю я. Изюминкой к нашей прикормке добавим ликвид Scopex, вот такой. Он пахнет какой-то газировкой, что-то такое, какой-то сладким чем-то таким и вкусным. Как для меня какой-то там торт, что-то такое далекое такое, сложный какой-то вкус. Но уверен, что это добавит качество нашей прикормки. Налил я воды с нашего водоема и туда немножко добавил этого скопекса. Сейчас создадим муть нашей прикормкой. Главное, друзья, это ее не переложить, не сделать ее сильно инертной, тяжелой. Она получилась такого насыщенного светлого цвета. По себе пахнет печенькой. То, что надо. Здесь и добавляем воду это местного водоема. Вместе со скопексом. Сессия сегодняшней рыбалки будет небольшой. Этих две пачки нам вполне будет достаточно. Вот. Я примерно уже знаю, сколько нужно лить. Уже как бы не первый раз сталкиваюсь с прикормкой FishDream. Для первого, скажем так, увлажнения этого будет достаточно. И где-то через минут 5-10 мы это увлажнение повторим. Уже с меньшим количеством воды. Вот. Такая вот кормочка. Пусть настоится немножко. Все будет классно. Сейчас быстренько свяжу оснастку инлайн. Буду я вязать ее с кормушкой Потап. 40-граммовая такая кормушечка. Она, в принципе, будет уместна на этом водоеме закрытого типа. Она легкая и, в принципе, достаточно кормоемкости.
И буду использовать одну маленькую бусинку такого. Она будет у нас как стопорная бусина, чтобы застопорить кормушку. Стопорю ее вот таким вот образом, элементарно. То есть делаю два прокрута вокруг пальца, чтобы сделать две петелечки здесь. Вот тут. Раз петля, два петля, видите? Край этот заворачиваем два раза вот так, в эту петлю. То есть как бы завязываю эту петлю. И закручиваю. Все. Уже получается бусина ни туда, ни сюда не ходит. И кормушка стопорится. Видите, да? Вот она. Здесь вот сделаем петелечку, к которой привяжем наш поводок. Больше одного удилища нам не нужно. Наша задача — насладиться рыбалкой, получить очередной раз кайф от этой рыбалки, поймать рыбу, почувствовать рывки ее, получить адреналин, получить классные ощущения и повысить свое настроение. Хотя у нас и так она хорошая. То, что мы уже на рыбалке, это уже хорошо. Так, ну все. Сейчас только кончик петелечки сейчас только подожгем. Вот так, чуть. Чтобы он сильно не выступал. Все. Поводок у меня с лески диаметром 0,12 мм. Очень тонкий. И маленький крючочек 14 номера. Начнем с него. Конечно, если подсыпется какой-то монстр, вряд ли мы его вытянем, но адреналина получим. Это главное. Тут же смысл в том, чтобы тонким этим поводком, да, сделать таким образом, чтобы насадка падала плавно, то есть природно. И это не создает для рыбы каких-то проблем. Она понимает, что это просто насадка, и она не боится ее. И жадно ее хватает, и получается нормальная подсечка рыбы. Этого хотим добиться. Сегодня, кстати, передают очень жаркую погоду, до 33 градусов. Вот. И я специально для этого одел вот этот легкий костюм летний от фирмы Comatec. Называется «Дотек солнца». И почему я его одел? Вот недавно прочитал статью о Кейтиро Тойода, который все объяснял пятью почему. То есть каждый раз отвечая и задает вопрос, почему, 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 последовательно. Так вот, хотелось бы вам объяснить, почему я одел летний костюм от фирмы Comatec. Первое, почему? Ну, во-первых, потому что в нем удобно и не жарко. А почему в нем удобно и не жарко? Потому что костюм имеет удобный крой, правильно подобранные материалы и фурнитуру. А благодаря уникальному плетению ткани он легкий и быстро высыхает. А почему он изготовлен из этих материалов и имеет удобный функционал? Фирма Comatec, которая изготовила этот костюм, она использует передовые технологии, направленные на экологичность, и опирается на опыт экспертов в области рыбаков, охотников и туристов. Почему компания следит за передовыми технологиями? Потому что цель компании – изменить качество жизни людей, дать им возможность открыть себя по-новому и превратить активный отдых в удовольствие. Ну что, друзья, второй раз мы немножко, буквально чуть-чуть, 30 грамм. Добавляем водички, делаем второе увлажнение. Курка уже напитывается. Такая она. Становится нужной нам консистенцией. Главное, чтобы она пылила, создавала муть, привлекала карпа, карася. Как говорится, ловись рыбкой большая и маленькая. Маленький крючочек. Остренький. Помните, да, самый главный принцип? Это чтобы у вас был острый крючок. Не используйте крючок второй раз на рыбалке. Просто его выкиньте в мусорный пакет и каждый раз, приходя на рыбалку, одевайте его острый крючок.
И будет у вас счастье, будет у вас поклевки, будет у вас рыба, все у вас будет. Не забывайте про острый крючок. Да, друзья, рыбка здесь, конечно, прошенная. Ну вот, я уже 3 нацепил опарыша. Но пока толку нет. Уже перезабросил раз, наверное, 10. Кормушку накормил там, сделал стол для рыб из нашей прикормки. Но пока. Такие тоненькие, маленькие поклевочки. Такое ощущение, что рак долбит. Вот такое ощущение. Что если был бы карась, он бы уже давно-давно уже схватил бы нашу наживку. Но пока этого не происходит. Друзья, первый карасик наш. Хочу сказать, что я его поймал сразу же, как только удлинил поводок. То есть у меня был поводок примерно 60 сантиметров, я поставил 120 сразу. То есть вы видите, да, расстояние, посмотрите, от кормушки, видите, да, 120 сантиметров. То есть экспериментируйте и вы, и у вас точно все получится. То есть видите, что не клюет, значит, меняйте, что-то меняйте. Либо ставьте меньше крючок, либо удлиняйте поводок. Но что-то делайте, ставьте другую насадку. Если не получается, то если есть возможность, то меняйте прикормку. То есть экспериментируйте. Вот главный призыв, скажем так, YouTube-канала «Все для клёва». Экспериментируйте, меняйте, ищите пути, подходы к рыбе. И у вас все получится. То есть получается, когда тонкий поводок и он более длинный, тем еще более природно падает насадка, и рыба на это охотно клюет. Вы поняли? Клевка была яркая, очень яркая, но карасик небольшой, как вы видите. Ну, для получения удовольствия больше и не нужно. Яркая такая. Что это? Вот такой карасик. Очередной карасик. Я понял, что не нужно цеплять 2-3 опарыша. Достаточно одного, чтобы поймать вот такого карася. Но таких карасиков мы не берем, а просто, чтобы получить удовольствие и хорошие позитивные эмоции, то, что надо. Друзья, очередной мелкий карасик. Вот. И ловится именно на один опарыш. Вот самый главный секрет этого водоема – это один опарыш.
Не надо цеплять 2, 3, 5. Хотите получить удовольствие, ловите на один опарыш. Да, клев идет нормальный, то есть как бы карась где-то в 2-3 минуты клюет. Примерно так. Конечно, хочется поймать какого-то карпа, но пока не ловится. Вот так вот. Один опарыш. Вот так вот. Видите, даже опарыш тащит крючок. Друзья, так хочется поймать карпа, но карась просто не дает ему подойти. Ага. Тут у нас плотва. Ну, плотва, значит, плотва. Ну просто клев начинает быть бешеным. А почему? Потому что правильно прикормлено, в одной точке, маленький тоненький крючок, и победа обеспечена. Да, и поводок обязательно больше метра. Саня. О! Ух ты! Ё-моё. Вот это клюнуло! Просто карасик чуть-чуть больше. Вот такой, видите? На червя. Я думал, что на червя не работает. Что-то мне как-то не получалось. А тут раз, поставил на пучок червя и клюнул хороший карасик. То есть крупнее насадка, крупнее рыба. Вы поняли, да? Я думаю, что нужно заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Карпа мы не поймали, как хотелось бы, но... Как говорится, главное это хорошее настроение и позитивные эмоции на свежем воздухе. Согласны со мной? Так что Академия отдыха мне понравилась. В принципе, особенно понравилась цена за рыбалку 100 гривен. Это шикарный, шикарный вариант, который прямо возле, недалеко от города. И любой рыбак, которому ну, не хочется куда-то далеко ехать, может прямо вот возле Одессы приехать сюда и порыбачить. Эта информация не на правах рекламы. Не подумайте, что Академия отдыха мне платит деньги за рекламу этого водоема. Но мне хотелось сюда приехать. Вот я приехал и рассказываю вам свои эмоции, свои ощущения. Как альтернативная рыбалка недалеко от города и в доступе, в ближайшем доступе для всех любителей рыбной ловли. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Все для клёва». Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.